Gigoulet. Конечно. Мастер-класс по обучению открывать канистры 20-литровые, которые застыли. Вам понадобится одна русская рука, одна европейская канистра. Валеры. Вася. Вася. О, вот он, Вася. Бася Толстомясов. Да не было. Да блин, ты сказал. Давай, не брешься никуда. Куда тут резаться-то? О, бежит. Что-то надо. Свечи, блядь. Не в целлофане таскаю. Ты знаешь, что нас не путейцами называли, а тупейцами. Так, хабар забирай. Да все нормально, чё? Нам вообще за морковью заезжать. Поехали. А то, блядь, сейчас закроют нахуй.